たんですよ。Слева. Все ясно. Вот нормальные пацаны. Подождите, люди вообще, вот я как задал этот вопрос, что такое? Подождите. Никто на самом деле не знает. Даже самые люди не знают, что такое федерализатор. Им сказали, федерализатор это хорошо. Они говорят, подождите, ребята, говорят, какой нафиг хорошо? Вы говорите, вообще понимаете, что это такое? Или для Украины, вы понимаете, что это? У меня вопрос. Вот у меня элементарный вопрос. Вы живете в Харькове. Я у меня друзья по всей Украине. Если будем их убивать, будет гражданская война. Нельзя так делать. Да что надо убивать? Депутатов, блядь, Верховной Рады. Это те, кто, блин, нашу страну поставили на колено. Поверь мне, а между собой мы всегда успеем подраться, блядь. Я не хочу с тобой. Ты что стоялась там, что зара лапает и выстрелить? Это гниды, и я не спорю с этим с тобой. Поверь мне, блядь, нашу страну, блин, уничтожили. Не пацаны какие-то там, ребята, такие, поймите, как ты, как я. А такие депутаты, которые разворовали бюджет через номера. Закон, который они приняли, они всех надурили. Знаешь, чем? Они сказали, что открыли торги. А есть такое понятие средняя цена. Я занимаюсь торгами, знаю, что это такое. Почему закупаешь? Тендер будет открыт, ты будешь знать, кто выиграл. Но никто не знает, какая, знаешь, а в чем прикол суммы, почему малина 500 гривен? Должна быть средняя рынка цена. Это закон нахрен никому не нужен, потому что это вывод бабла бюджетов. А вам осторожно. Вы люди не понимают, открытость позора, да? Опубликовал его, выиграл. Выпочте. Вася. Мы сюда сдачи взяли, что выиграл Вася. Но если Вася выиграл и купил мясо по 500 гривен, мы же этого не знаем, что цена не открыта. Болото. Все просто, знаешь, перипетия, с одной рукой не надо переваливать, вот и все. Они сейчас позанимали, а из машинки полетел на рыбалку на вертолете. Зашибись, в стране все хорошо, на рыбалку можно летать. Блин, не за что бабки солдат вывезти со страны. Подождите, со страны нечего вывезти, солдат, ну согласись со мной, я прав. Вот наш, со страны не могут солдат вывезти, блин, денег нет, а он на рыбалку полетел, нормально. Все хорошо. Поэтому люди должны, наоборот, объединиться. Харьков, Львов, все. Я родился на родине Кобзаря. Смело, Черкасская область. Вырос в Полтавской области Кременчук. Учился 6 лет в Харькове. Сейчас живу 7 лет в Киеве. Мой дружбан, он вырос вообще в Харькове. Понимаешь? И мне говорят, что ребята, те, которые тут погибали, которые погибали здесь, которым честь была, понимаешь, что это бендеры. Да наоборот, я, например, мне, ну, как бы стыдно не было признать. У меня бы не хватило, они человек края, мне не хватило бы смелости выйти и лечь сюда под пули, когда вся эта фигня была. Эти люди, это люди края, им честь была и уважение. И они, говорю, стояли не за то, чтобы, говорю,
там пришел Турчинов или еще что-то, а за то, чтобы не было беспредела в стране, который всех достал, говорю. Вам не достало, что вас везде, говорю, на всем накручивают. А этих людей, они вышли и сказали, они сидят дома в этот момент и не выходят. Ну, когда с ними начинаешь общаться, начинаешь им объяснять, их можно переубедить, большинство. Нельзя переубедить только тех людей, которые проплаченные, приезжают специально россияне, все это дело. Но их меньшинство, поверьте мне. И вопрос в том, что если с людьми, самая главная проблема, что реально не ведется разъяснение с людьми, нету. Люди в Харькове боятся, потому что там просто реально вот приходят, сразу людей начинают, грубо говоря, там убивать. Там нельзя сказать свое слово. У меня друг, мой лучший друг, который я получился 6 лет в аспирантуре, вместе с ним учился, кандидат юридических наук, в Симферополе жил. Он рассказывает за то, что я хочу быть в России. Я говорю, слушай, я говорю, как такое может быть? Я говорю, ты юрист, я говорю, ну мне просто, просто стыдно, я говорю, за тебя. Просто для людей скажи, я живой, за Украину, за людей. Какая Россия? Какая Россия? Я еще раз объясняю. Людей тотально верю. Я бы здесь не стоял бы, если бы я был бы за Россию. Вот я сюда не пришел бы, не стоял бы. Я уже разумею. Куда бы я Знаєш, яка там... А вони що відповіли? А нам гроші заплатили, що ми перед вами стояли. Знаєш, що саме найскладніше насправді? Що найскладніше після війни? Знаєш, що найскладніше після війни? Гроші дали, ми забили собі. Що може ти? Я не знаю, 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 я не знаю